В конце текущего месяца, а именно 21 апреля, в городе Гагра пройдет общегородской субботник. В связи с этим глава администрации Гагрского района Заур Абганба провел совещание с руководителями городских служб, которым было поручено выйти со своими сотрудниками на уборку города. Организация субботника возложена на заместителя главы администрации Геннадия Цвижба. Совсем скоро наступит курортный сезон, и мы должны к нему подготовиться. Город необходимо привести в надлежащий порядок, отметил глава района. К уборке города будут привлечены и школьники. В ближайшее время состоится встреча руководства района с домкомами, директорами домов отдыха, гостиниц, санаториев, на котором также будут обсуждаться санитарное состояние и уборка городской черты. Участники субботника будут снабжены необходимым инвентарем и техникой.